Что касается центральной темы настоящего выпуска, то я предлагаю рассмотреть вопрос взыскания недоимки организации с физических лиц. То есть это тема, которая, ну, скажем, стала центральной темой именно 2017 года, потому что ФНС России активизировала свою деятельность по обращению с исками к физическим лицам, предметом которых исков этих является недоимка организаций, в которых эти физические лица выполняли какие-то функции. Ну, понятно, что прежде всего руководящие функции. В данном случае один из аспектов вот этой деятельности налоговых органов стал предметом рассмотрения Конституционного суда. Ну, многие называют это дело Ахмадиевой, хотя в этом деле были и другие заявители. Предметом настоящего дела стали статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса, а также подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Рассматривался, в принципе, вопрос о том, конституционно ли, что налоговые органы обращаются с иском к физическому лицу за взысканием недоимки организации. В том случае, если в отношении физического лица прекращено уголовное дело по нереабилитирующим обстоятельствам. Ну, заявители считали, в принципе, что соответствующие статьи, которые стали предметом рассмотрения, они не позволяют налоговым органам предъявлять какие-либо претензии к физическим лицам. Каким выводом, ну, базовым принципиальным выводом, пришел Конституционный суд? Во-первых, суд указал, что обращение с иском о возмещении вреда к физическому лицу в связи с совершением налогового преступления не противоречит Конституции и, в общем, соответствует содержанию статьи 1064 ГК РФ. Хотя, конечно же, на самом деле этот вывод, он не соответствует тексту статьи 1064, потому что в этой статье ничего не говорится о том, что может возмещаться вред, причиненный публично-правовому образованию. Второй вывод, который, в общем-то, вытекает из первого, то, что у налоговых органов существуют полномочия по подаче такого рода исков. На самом деле, вот этот вывод, он показывает всю противоречивость ситуации, которая существует на настоящий момент. Потому что и Конституционный суд также не дал какой-то четкой аргументации данного вывода. Дело в том, что Конституционный суд, с одной стороны, говорит о том, что полномочия налоговых органов должны быть четко прописаны в законе, но и при этом констатирует, что в статье 31 НК РФ отсутствует полномочия по подаче такого рода исков, но, с другой стороны, допускает возможность таких исков и основывает свою позицию на позиции Верховного суда. Вообще здесь, применительно к данному выводу, я бы, в принципе, немного отвлекся и хотел бы обратить внимание, в принципе, на проблемы статьи 31 НК РФ. Дело в том, что с основой на данную статью уже второй год вне законодательно судебными органами расширяются полномочия налоговых органов. Здесь можно привести в качестве примера дело Минаевский торговый центр, в котором Верховный суд допустил возможность осуществления контроля цен в неконтролируемых сделках и при этом сослался на положение подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ. То есть сослался на расчетный метод, хотя к ситуации контроля цен этот метод не имеет никакого отношения. Другой яркий пример именно 2017 года – это дело «Аквамарин», которым
Верховный суд рассматривал это дело, и в рамках этого дела Верховный суд допустил возможность пересмотра ФНС России решений нижестоящих органов по собственной инициативе. Ну, в данном случае Верховный суд сослался на пункт 3 статьи 31 НК РФ, хотя, на мой взгляд, в данном случае это было широкое толкование данного пункта, и, по сути дела, опять же, это внезаконодательное расширение полномочий ФНС России. Ну и вот этот третий пример – это дело Ахмадеевой. То есть в подпункте 14 ничего не говорится об исках, направленных на возмещение вреда в результате налоговых преступлений. Несмотря на это, Конституционный суд допускает подачу таких исков. Но здесь на самом деле следует заметить, что вот эти два вывода, в принципе, возможности возмещения вреда и наличии полномочий подавать иски на возмещение вреда, в принципе, эти два вывода, они предсказуемы были, и рассчитывать на то, что Конституционный суд признает такую практику неконституционной, ну, мало кто на это рассчитывал. И на самом деле вот это постановление номер 39П, оно важно другими выводами. Конституционный суд сформулировал ряд положений, которые следует рассматривать как ограничивающие возможность взимания, возмещения вреда за счет физического лица. Во-первых, было установлено прямое ограничение о том, что если и взыскивается недоимка, то в данном случае, то есть немножко не так, то что по данной категории дел, под вредом, который может быть возмещен физическим лицом, необходимо рассматривать непосредственно недоимку и начисленные на нее пени. Штраф не может включаться в понятие вреда. И, соответственно, Конституционный суд исключил суммы штрафов из данной категории споров, что, безусловно, является прямым ограничением. Во-вторых, Конституционный суд указал на то, что при рассмотрении соответствующих дел, во-первых, необходимо установить четко состав гражданско-правового деликта, а во-вторых, при определении размера возмещения необходимо учитывать степень вины лица, его имущественное положение и размер обогащения, которое получило лицо в результате совершения преступления. В данном случае данный подход означает то, что недоимка, которая была начислена организации, да, она может в полной мере и не взыскиваться с физического лица. Наконец, очень важное положение, на которое указал Конституционный суд, но, к сожалению, сформулировал это положение не очень четко, о том, что условием для обращения с иском о возмещении вреда к физическому лицу может быть только то, что исчерпаны все возможности взыскания недоимки, пени с организации. И очевидно, что соответствующее исчерпание, оно должно каким-то образом подтверждаться. Но в данном случае Конституционный суд приводит в пример то, что примерами такого исчерпания является, например, то, что организация исключена, ну, прекратила свою деятельность, есть запись об этом в реестре юридических лиц. Вот. Либо организация признана недействующей. Вместе с тем, я повторюсь, что все-таки этот аспект, он сформулирован не очень четко, потому что Конституционный суд допускает обращение с иском к физическому лицу в том случае, если организация являлась прикрытием деятельности физического лица. Но понятно, что такое основание для обращения в суд с иском, оно носит во многом оценочный характер и, безусловно,
налоговые органы будут этим пользоваться. Кроме того, очень важным аспектом в постановлении явилось то, что было указано, что материалы налогового дела, они не имеют преимущественного значения перед другими материалами. То есть суд общей юрисдикции должен рассматривать соответствующие материалы наравне с другими материалами. Теперь, что касается оценки настоящего дела, то оценки разделились. Одни говорили о положительном характере настоящего постановления, и их было большинство. Другие специалисты говорили о том, что, ну, на самом деле достаточно спорное постановление. Я бы все-таки присоединился к первой группе тех, кто позитивно оценивает соответствующее постановление, поскольку оно действительно в какой-то мере позволяет налогоплательщикам приводить серьезные доводы с опорой на Конституционный суд в целях защиты своих прав. Теперь здесь применительно к данному постановлению следует обратить внимание на письмо ФНС России от 9 января. То есть ФНС России достаточно оперативно подготовила разъяснение по данному постановлению. И на самом деле содержание данного разъяснения лишь подтверждает тот довод, что действительно постановление Конституционного суда носит больше положительный характер. И вы увидите почему. Во-первых, ну, общий посыл ФНС России – это то, что те выводы, которые содержатся в постановлении номер 39-П, они должны применяться ограничительно. Во-первых, ФНС России попыталась ограничить в принципе сферу применения настоящего постановления. И было указано, что настоящее постановление, оно может применяться только в том случае, если в отношении лица вынесен приговор, либо в отношении лица прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам. Кроме того, было указано на то, что вывод суда о том, что необходимо доказывать состав гражданского правонарушения, этот вывод не действует в том случае, если гражданский иск он удовлетворяется в рамках уголовного процесса. Ну, то есть это так называемый институт гражданского иска в уголовном процессе. Вот. Ну, на мой взгляд, достаточно противоречивое мнение ФНС России, но здесь успокаивает только то, что в большинстве случаев уголовные суды не хотят рассматривать такие иски, и, в общем-то, их и не рассматривают, и поэтому лица, которые их заявляют, им приходится идти уже в гражданские инстанции. Следующее. Ряд выводов ФНС России в письме были направлены на то, чтобы все-таки налоговые органы старались полностью возмещать те доначисления, которые были осуществлены в отношении организации. Ну, то есть возмещать вред с помощью физических лиц, в том числе там пение, штрафы и недоимку. О чем тут речь? Дело в том, что, во-первых, ФНС России указывает на то, что вывод Конституционного суда о том, что штраф не может рассматриваться в качестве вреда, который наносится публично-правовому образованию, этот вывод, он действует, опять же, только в отношении лиц, да, которые привлечены к уголовной ответственности, либо подвергались уголовному преследованию. И в данном случае ФНС приводит пример, в котором данный подход не действует. Это, например, статья 61.20 закона о банкротстве. На мой взгляд, опять же, вывод достаточно спорный. Кроме того, было указано на то, что подход Конституционного суда о том, что необходимо учитывать имущественное положение физического лица, не может рассматриваться как
не во всех случаях, да, во всяком случае, не во всех случаях может рассматриваться как позволяющий уменьшить сумму возмещаемого вреда. И в данном случае, по мнению, опять же, ФНС России, в том случае, если установлен прямой умысел физического лица, то в данном случае речи о снижении суммы возмещения вреда быть не может. Наконец, было также указано о том, что ну, если физическое лицо какой-либо выгоды от налогового преступления не получило, то это не является основанием для освобождения лица от возмещения вреда. Ну и, наконец, были высказана позиция налогового органа, достаточно спорная, о значении материалов уголовного дела, в данном случае о значении приговора. Опять же, я об этом не сказал, то, что по мнению ФНС России не следует доказывать состав гражданско-правового деликта в случае вынесения приговора в отношении физического лица, потому что, по мнению ФНС России, приговор носит преюдициальный характер. Однако, на самом деле, опять же, это спорная позиция, потому что преюдиция действует в отношении фактов, но не в отношении субъективной стороны. В данном случае субъективная сторона является важной частью состава гражданско-правового деликта. Наконец, по поводу доказывания исчерпания возможности взыскания недоимки и других доначислений с организацией. Ну, в данном случае в письме перечисляются те обстоятельства, которые могут служить доказательством исчерпания. Но тут интересно другое, что налоговый орган указывает на то, что достаточно хотя бы указать одно из оснований, и это уже будет должно рассматриваться в качестве условия правомерности обращения с иском к физическому лицу. И при этом в качестве одного из оснований указывается на то, что отсутствуют лица, которые в соответствии с законодательством ответственны за деятельность организации, которой доначислены налоги. Вообще, на самом деле, странный подход и странное основание, которое, по мнению ФНС России, может рассматриваться в качестве подтверждения исчерпания возможности взыскания. Потому что отсутствие данных лиц не означает, что нельзя проводить какие-то другие мероприятия по взысканию налоговой задолженности. В целом, как видите, письмо ФНС России носит ярко негативный характер, и на самом деле оно говорит о следующем, что действительно ФНС России испугалась, что постановление Конституционного суда может серьезно изменить практику взыскания недоимки организации с физических лиц. И при этом изменить эту практику в пользу этих физических лиц. И ФНС России пытается неким образом избежать такой ситуации и избежать изменения практики. Поэтому, как я уже говорил, вот это письмо ФНС России, оно лишь подтверждает, что действительно постановление Конституционного суда, оно для физических лиц является положительным аспектом, и те выводы, которые содержатся в этом постановлении, необходимо активно использовать при защите своих интересов. Другой вопрос, необходимо, конечно, будет посмотреть, как воспримут суды общей юрисдикции соответствующее постановление. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.